Продолжаем наши уроки по японским пазлам судоку. Сейчас мы усложняем наше задание. Наше задание у нас квадрат 3 на 3 с разными фигурами. Это очень важно. И разными цветами фигур. И поэтому, чтобы облегчить задание для дошкольников, мы используем разные фигуры и разных цветов. Так, Абай, давай. Что вот здесь будет? Там ну-ка, догадайся. Кружочек. Кружочек. О, молодец. Так, методом исключения. Здесь у нас квадрат, треугольник и теперь кружочек. Не хватает кружочка. Так, правильно, давай. Так, вот здесь что у нас не хватает? Там треугольник. Треугольник не хватает, ну правильно. Сначала кружочек, потом квадрат и треугольник не хватает. Молодец, Стэнни. Так, теперь в третьем что не хватает у нас? Квадрат. Квадрат. Ну-ка, давай нарисуй квадрат. Молодец. Также это развивает хорошо моторику рук для детей. И, конечно же, логику. Спасибо за внимание. Ждите наших следующих уроков. И обязательно подписывайтесь на наш канал.